Я Наумова Елена Анатольевна. В 2001 году организовала детский издательский центр «Звонок». Это объединение единомышленников. Сюда приходят ребята, которым интересна история села. Они работают с документами краеведческого музея, государственного архива, с литературой в научной библиотеке, встречаются с жителями села. Много лет сотрудничают с руководителем сельского музея. Это позволяет им, изучив историю села, выполнять достойные научно-исследовательские работы. Они гордятся своими достижениями. Готовясь к великой дате 75-летия Победы, мы разработали баннеры, провели внеурочные занятия, направленные на воспитание патриотизма, уважение к подвигам прадедов в тылу и на фронте. Самой главной нашей работы мы считаем написанную воспитанниками «Звонка» совместно с сообществом Некрасовки «Книгу памяти». Сегодня это издание бесценно. В нем собраны данные об участниках войны, тружениках тыла, детях войны, живших и живущих в селе Некрасовка, и их рассказы и воспоминания. Ветераны уходят, а память о них остается в наших изданиях. Таким образом, уникальность нашей работы заключается в деятельности детского издательского центра, объединившего ребят разного возраста и направленного на изучение истории родного края и распространение полученных знаний. Патриот – это человек, любящий свою малую родину. И если молодежь интересуется историческим наследием края, то мы можем утверждать, у нас растут творческие, инициативные граждане Отечества, знающие и уважающие свои корни.